Прикоснуться к прекрасному смогли и жители столицы. Традиционный осенний подарок благотворительный фонд «Лукойл» сделал работникам компании в честь профессионального праздника. Большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением Владимира Федосеева и ведущие оперные солисты Василий Ладюк и Венера Гемодеева исполнили произведения Верди, Беллини, Гуно, Массне. В знак благодарности фонду и прославленным артистам за проведенные гастроли в Прикамье губернатор Пермского края Максим Решетников вручил президенту благотворительного фонда «Лукойл» Нелли Юсуфовне Алекперовой и художественному руководителю оркестра Владимиру Ивановичу Федосееву почетные грамоты за значительные заслуги в развитии социальной сферы Пермского края. Счастливы те губернаторы, у которых в регионе работает «Лукойл», потому что вы очень дружный, очень профессиональный, очень энергичный коллектив, который управляется твердой рукой, который ставит самые высокие планки и который привык эти планки преодолевать.